18 июня 2002 года были прилеты по Новомосковскому району, и по предварительным данным есть пострадавшие и масштабные разрушения. А чуть позже было сообщение, что 3 ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Спасатели гасят пламя. Пострадали 3 человека. У них ожоги и все в больнице. А потом еще было дополнительно одно сообщение. Количество пострадавших увеличилось до 11 человек. И один из пострадавших в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают усмирять пожар, который нанесли ракетные удары. Также писали, что горят резервуары с мазутом и горючим. Приветствую вас прекрасным воскресным утром. Что было вчера, вы в сюжете посмотрели, и я рассказала. А сегодня я сходила, прогулялась в центр, зашла в магазин ЦУМ. Кто там был последний раз? Когда? В общем, я там бываю очень редко, поэтому я прошлась, немножко поснимала, какие там секции, какие там магазинчики. Вроде бы ничего не собиралась покупать, а потом купила себе вот такие вот духи. Клима, кто помнит такие духи? Посмотрите, в какой упаковочке они. Видите, вот что тут написано. Могу показать, не знаю, если это будет видно. Вот так вот. Вот такая вот красивая упаковочка, треугольненькая. Раскрываю. И вот такая вот красивая бутылочка. Вот. И тоже написано вот такая же самая надпись, видите? Вот, если там как-то в руку подставляют, вот так вот. Вот такая красотень. Так что прогуляйтесь со мной по ЦУМу, посмотрите, что там изменилось. А может, все осталось по-прежнему. Ну, а так, в воскресенье, надеюсь, что все будет сегодня хорошо, тихо, спокойно. Всем мира, всем добра. До новых встреч. Пока-пока.
Thank you.